Челябинске дети выпрыгнули из окна 5-го этажа из-за пожара в квартире. Огонь настолько быстро распространялся, что девочка-подросток решила спасти 4-летнего брата, а потом выбросилась сама. На кадрах видно, как из окон вырывается дым. Огонь пожарные тушат с автолестницы, но справиться с пламенем удается не сразу. Жители дома в страхе выбегают на улицу. Рассказывают, за минуту до приезда пожарных из окна на 5-м этаже выпрыгнула девушка с ребенком. Огонь валил из всех окон ее квартиры. Она решила, что единственный способ эвакуироваться – прыгнуть вниз. Сначала ребенка выкинули, наверное, так годиков 4-5, вот такого. Здесь мужики ловили тряпкой, и он на тряпку упал. А потом женщина вылетела с окна, но ее на тряпку не удержала. Простыня не выдержала 15-летнего подростка. У школьницы перелом костей таза, у ее брата сотрясение мозга. Сейчас оба находятся в больнице. В каком они состоянии и что стало причиной пожара? Большой репортаж с места ЧП смотрите в конце выпуска в рубрике «Происшествия».